Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Редьки. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. Костюмчик наш. Овощи и фрукты очень популярны на праздник осени в детском саду или школе. И костюм Редьки не исключение. Очень часто тоже детишкам задают быть овощами. Давайте посмотрим, как выглядит костюм Редьки. В комплект у нас входит вот такой вот головной убор в форме береточки. И здесь такая вот листва, ботва Редьки. Вот такая темно-зеленая с одной стороны, с другой стороны ярко-салатового цвета. Здесь у нас бархат идет искусный, а здесь идет у нас атлас. Вот прорези такие, как прошитые, как у листочка настоящего. Головной убор на резиночке тянется. Абсолютно на любую голову одевается. Внутри подкладочка, что очень удобно. Вот такой вот интересный головной убор у костюма Редьки. Далее в комплект у нас входит кофточка. Вот такая белая кофточка из атласа. Короткие рукавчики на резиночке тянутся. По шее у нас завязочки идут. Такая вот просторная белая кофточка. И помимо кофточки в комплект у нас входит юбочка. Юбка на резинке. Здесь у нас идет велюр сверху. И листочки пришиты так же, как и на головном уборе. Атлас вместе с велюром. Вот так вот это выглядит. Ярко-зеленый и салатовый ткань. По низу у нас идет фатин белый с окантовочкой. Посмотрите. Очень красивая юбочка, довольно пышная. Вот так вот выглядит сзади. Просто обычная прямая юбочка. Вот полностью набор костюма Редьки. То есть головной убор, кофточка и юбочка. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.